В 2013 году в Темиртау существенно снизились объемы строительных работ и инвестиций в основной капитал. По этим показателям город занял 15-е место в рейтинге городов и районов области. Но это еще не худшие показатели. По темпу роста наемных работников Темиртау занял последнее, 18-е место. Практически во всех районах региона рабочих мест в 2013 году стало больше. В Темиртау же количество работников сократилось на 10 тысяч человек. Снижение численности наемных работников в 2013 году в основном произошло по причине перехода численности работников корпорации «Казахмыс» Карагандацементмен в департамент статистики Карагандинской области, а также за счет снижения численности по остальному департаменту «АрселорМиттал Темиртау». Исправлять ситуацию власти намерены развитием среднего и малого бизнеса, а также стабилизацией ситуации на ArcelorMittal Темиртау. Несмотря на огромный промышленный потенциал, объем выпускаемой продукции в городе снизился. Но власти уверены, в этом году ситуация будет исправлена, вместе с ней решатся и основные проблемы. В целом комбинат должен выйти порядка на 15% как минимум относительно прошлого года с повышением. По всем предприятиям 33%. Значит, на уровне прошлого года должно быть порядка 30%. И в целом где-то под 118 должно быть. Вот такая задача, я вам такую задачу ставлю. По ряду рейтинговых показателей Темиртау вошел в число лидеров. В городе стремительно растет бюджет, увеличивается количество людей, занимающихся спортом, становится больше населения, а также растет количество мест в детских садах. Но по итогам 2013 года Темиртау занял первое место только в одной позиции – увеличении сумм совершенных сделок купли-продажи. Объем розничного товарооборота торговли увеличился по сравнению с прошлым годом на 11,6% и составил 45 миллиардов 721,7 миллионов тенге. Индекс составил 107,5%. Данный показатель на первом месте. Стоит отметить, что большинство показателей Темиртау не выделяется на фоне остальных городов и районов области. В итоге в рейтинге социально-экономического развития город занял лишь 9-е место. Однако власти обещают, они приложат все усилия для того, чтобы в этом году Темиртау развивался более быстрыми темпами. Алексей Никаноров, Владимир Пороховой, новости Темиртау.